Так, окунь, иди сюда. О, это не окунь. Привет, друзья. Добро пожаловать в новый эпизод моих приключений. Сегодня 6-й день моего похода на озеро Кольского полуострова. И все утро идет дождь. Сейчас 12 часов. Я только проснулся. Роман еще спит. И дождь такой не слабый. Можете увидеть, что вот наш тент. Сейчас как бы так выйти, чтобы показать. Вот наш тент. Натянутый. И дождь дошел аж вот до сюда. Вот он. Вот так вот. На лавке. Думаю, не коврик. Тут вода. Все мокрое. Вот аж здесь. На столе. Тут кружка, вода. В тарелке вот капли. Дырка в защитном экране, в стенке вот, и мох выбил оттуда. В общем, у нас тут шторм. Почти 13 градусов. Сейчас буду разводить костер и греться, потому что очень холодно. А, Ромина паутина под тентом не помогла. Роман плетет паутину. Это так. Продевал он какое-то место, и у нас тут теперь вот такой пузырь. Одному мне его не поднять, чтобы слить, так что буду ждать его. А он тут наплел всяких ниток, как паук вчера. Но все равно вот здесь скопилась вода. Поднимать ее только вдвоем. У меня на тенте тоже пузырище. Ну, он маленький, его. Где этот? О. Надо оттягивать. Вот эту оттяжку вводить сюда вниз, ниже. Вот, под палаткой тоже вот все мокрое, потому что ветер прямо вот так вот засекает под тент и в палатку. Дождь немного подстих, и ветер тоже. Вот так вот на озере все это выглядит. Такая погода, которая не позволит нам сегодня, скорее всего, ни порыбачить, ничего на толком не поделать. Будем сидеть под тентом, пить чай, есть и греться. Вот такие дела. 6-й день на Кольском. Погода испортилась. Как тебе погодка? Стандартная погодка. Те кайфы, которые тут были пару дней, ну, были неожиданными, приятными. Но это стандартно. Это нормально. Неудобно, что нельзя выйти в озеро на покрафте. А так мне все нравится. Хорошая влажность, хорошая температура. Оделся, горяченького попил, дровишек заготовил. И жди послабления. У меня 2-3, все пройдет. Дождик стих, зато ветер усилился. Разогнала волну, барашки пошли уже. Мы с Романом сидим в лагере, пьем кофеек и греемся у костра. Вот такая погода сегодня у нас. Штормит. Роман от нечего делать, записался в лесники и чистит лес. Здоровый лес! Это не только ценный мех. Деревьям тяжело, им надо помогать.
жить в этом суровом климате. И популяция полярного зайца же еще. Она возрастет сразу. Культурная подрезка деревьев облагораживает окружающую природу. Готово? Готово. Следующее. В нашем саду зацветают цветы. Сегодня день поделок, да? Ну, когда дождик, надо сделать какую-нибудь пользу. Лес почистим. Лес почистил. Теперь и для себя что-то. Лес я тоже для себя чистил. Мне надо медведя видеть издалека, чтобы успеть добежать до Покрафта и уплыть. Готово? Нет, не готово. Почищено от смолы, он немного сушился у костра и сильно-сильно выдавил из себя смолы. Смолу почистил, немного скруглил сейчас все края, сейчас убираю вот эти от запилов, куда вода очень хорошо идет. И на резаном крае вода меньше заходит. Вот сейчас я чуть-чуть их подрезал, буду еще дорезать. Ну, в общем, на самом деле мой перфекционизм говорит о том, что я это изделие могу делать лет 40. Пока оно не сточится в ноль, либо не будет соответствовать критериям, которые у меня в голове. Моего перфекционизма. Ну да. Ну ты ее шлифанул еще маленько. Ну, блин. Понятно, что многие скажут, что это дело надо делать рубанком, но за неимением горничной любим дворника. Как бы тут что есть, тем и пользуемся. Ну, в целом уже пользоваться можно, и все хорошо. Супер. Давай пить чай. Давай пить чай. Можно вот как столик использовать. Тейнс, подергать меня. Порыбачить? Все равно не прошло желание. Я вижу, какую марь. Не, ну мне тоже хочется, но вот ее опять раздуло, и причем в нашу сторону. Да. Не, ну волна вон, смотри какая. Я вижу. Мы не выдержали с Романом сидеть в лагере в такую погоду. Ломанулись на рыбалку. Роман там отцепляет блесну сейчас. Бешеный окунь! Зацепил? Да вообще капец, не поднять! Со дна оторвать не получается! Походу его налим держит! А у меня с первого заброса был сход щуки. Такую на двушечку. Клюнула на легкий спиннинг. С окуневой небольшой блесенкой. 7-граммовой. Ну и в итоге сошла. С маленького крючка, там одинарника. Вот, ветер сумасшедший. Все время срывается якоря. Ну, будем ловить. Клев есть какой-то. А там вон штурм вообще бешеный. Ты победил? Молодца! Ты долго там? Да. Колупался. Да, со мной. Ну, супер. Блин, какой злобный опыт. Надо его достать. Пока он меня достал. А я попробую щучину. Выловить. Уже на ООО такую блесну. Зараза, как она с первого заброса-то? Сейчас, как обычно, на большую блесну никто не клюнет.
Сошел? Да. Тхио. Опять меня сорвало с якоря. О! Роман после второго зацепа решил сменить место рыбалки. А я пытаюсь выудить щучину. Не ту, которая клюнула, но вообще щучину. Очень обидно, что с первого заброса и на маленькую блесну клюнула большая рыба. Ну, это какая-то фигня. Таких тут я еще не ловил. Вот на эту же блесну клюнула щука здоровая. А это, ну, это какой-то малыш совсем. Есть. Ну, такое же, похоже. О-о-о! Еще меньше. Детский сад какой-то. Иди расти. Так. Похоже, крупного окуня нет. Только малыши какие-то. О! Этот побольше. Во! Так, поприятнее уже окунек. Так, окунь, иди сюда. О, это не окунь, это щука опять. Опять на маленькую блесну. Что ж такое-то? Это, конечно, поменьше. Что-то фрикцион не трещит. Но такая. Так, еще ослаблю. Подсак у меня сегодня здоровый. Иди сюда. О! Есть! Взял. Хорошая рыбка. Так. Вот такая. Может быть, это та же. Вот такая блесенка. Маленькая. Взял хорошую щуку. Ой, цапнула она меня все-таки за палец. Вот такая. Вот рыба. Отличный улов. Очень долго кидал туда крупные блесна. На мощном спиннинге специально брал для крупной рыбы. Но она не брала. Потом вытащил двух маленьких окушков. И щука взяла. Покажу. О! Вот на такую вот маленькую блесенку от дайвы. Фу. Даже не знаю, почему так. Видно, кормовая база у нее сегодня такая. Но крупную блесну игнорировала, в общем, по-страшному. Никак не хотела клевать. Буду продолжать ловить сейчас на эту мелкую блесну. У меня там, правда, флюрокарбоновый поводок для хариуса. Ну, посмотрим. Надеюсь, ничего не откусит. Продолжаю рыбалку.
Сижу, чиню фрикцион. Что-то очень плохо работал на щуке. Ну вот, проверяю. Вроде все в порядке. Не скрипел. Или просто такой ветер. Я замотан, что не слышу его. Ну, вроде работает. Вот как-то так, наверное. Это окунек. Такого хорошо в коптильню. О. На копчушку. Но у нас еще есть несколько штук, поэтому выпускаю. Вымочил очередного окунька. Чуть побольше предыдущего. О. Вот такой вот. А я, наверное, его возьму и зажарю его на палке сегодня. Во, точно. Будет у меня окунь на рожне. Свеженький. Еще один полосатик. Этот маленький. Чуть-чуть бы побольше. Очень плохо клюют. Приходится прямо его вымучивать их. Но клюет. И я решил сматывать удочки. За последний час не было ни одной поклевки, ни одного какого-нибудь микроокушка. Я замерз. Время 10 часов вечера. Роман где-то там пытается, наверное, ловить. И я на базу пить горячий чай. Все. Увидимся в лагере. Я еле догреб до лагеря. Против волны. Такое ветрище. О, это было. Это было тяжело. Так что сейчас надо переодеться. Весь мокрый. И горячий чай. Горячий чай спасет. Все. Костерок. Ай, гори. Гори огонь. Огонь. Холодно-то как. Ой. Ого. Класс, огонек.
хорошо тебе там? Тепло? Да. Халява кончилась. Да. Ну что, 10 градусов, ну это же... И это еще не ночь. Это июль. Тут не важно, июль это или август. Важно, откуда дует ветер. Да. Ветер подул, и все. И весь июль закончился. Не, когда с юга он дул, было тепло очень. Ох, я с юга готов терпеть. Плюс 20. Даже ливни пускают периодически. Ну да, минус 10 градусов сразу убрали. Я там вообще когда выгребал с озера под этим ветром шквалится. Вода теплая кажется, да. Вообще как парное молоко, хоть купайся. А на самом-то деле просто я замерз. Руки просто окоченели уже, да. Все. Вода теплая, я тоже сунулся. Я пришел со щуки-то перемазанной, пошел мыть штаны, руками черпаю, ой, теплая водичка. Да. Ну, спинку погреть. Ага. Она промокла, куртка-то, под дождем. Ага. Еще днем она так влажная и осталась. Со вчера еще? Или нет, она сегодня? Сегодня. А, то, что ты бегал? Да.